Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем свои награды. Идем сюда. Так, сразились в боях, в трех сложных боях. Открыть колоду. Ну-ка посмотрим, кто нам там. А никого не выпадает. $7, отлично. Так, что мы здесь с тобой сделать еще можем? Поднять уровень персонажа. Так, мутагена у нас 15 тысяч, то есть нам хватит, да? Прокачать Донателло фильм. Окей. Ну что же, хватит, хватит еще на один уровень. Жалко, конечно, что на 55 не хватает чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Здесь остатки забираем и идем с тобой, естественно, на арену. Друзья мои, если кто не в курсе, да, почему не было так долго видосиков, я вам сейчас объясню вкратце. Ни для кого не секрет, да, что у меня есть два компьютера. Один рабочий, другой игровой, так скажем, да. В один прекрасный момент они оба сгорели, друзья мои. Полностью все жесткие диски на них выгорели. Я не знаю, что должно было произойти. Может быть, перепад напряжения какой-то или еще какая-то неведомая мне силы. В общем, все харды мои полетели. Пришлось, естественно, мне закупать все заново. А жесткие диски у нас нынче не дешевые. Поэтому пришлось даже немножко залезть как бы в кредитик. Вот, и ушло время на установку винды. Соответственно, поставил обратно все эмуляторы. И игры, которые успел и смог реанимировать, я реанимировал. Но есть одна, ребята, большая загвоздка именно с играми от Epic Storm'а и от нашего Стима. К сожалению, там игры практически все накрылись. Абсолютно все, то есть я не могу. Игры-то я установил, но сейвы от них уже не вернуть. Почему-то облачное сохранение куда-то пропало. Ну, а которое локальное, как ты понимаешь, у меня тоже сгорело все на жестких дисках было. Поэтому, грубо говоря, там придется начинать все заново. И очень много чего я потерял. Результаты, очень много игр, которых мы играли с вами, которые ждали продолжений. Этого всего не будет. Так что будем потихонечку раскачиваться. И, как ты понимаешь, я вот начал с нуля. Так, ребят, ну что, надеюсь, всем все понятно и не будет больше никаких вопросов, что я ушел или забросил YouTube. Нет, ребята, были вот такие у меня проблемы. Не самые лучшие, согласись. Так, ну что, поехали. Давай начнем потихонечку. Здесь у нас 15-20. Вот чем мне нравятся, ребята, Android игры, что в них, вот в большинство игр есть сохранение облачное. И оно, как говорится, очень сильно нам в этом деле помогает. То есть игры, такие как Черепашки, да, потом Дракон-всадники Олуха, Саммонер Шторм и многие-многие-многие другие игры, которые я восстановить смог, естественно, со своими сохраняшками. Это круто. Так что мы их, естественно, с тобой и будем продолжать играть. Так, ну что, идеальная победа, как ты видишь, и мы с тобой двигаемся дальше. Так, поехали. Ага. 80-е место. Мы с тобой, как говорится, в Лиге Сёгунов 2 звезды. Давай-ка попробуем найти 15-21. Мне кажется, что должны дать. Или как там будет? 16-21, скорее всего. Но эти хламоны не хотят давать мне. Прикинь, они не хотят давать мне целенаправленно. Вот специально сказали: Рэй, тебя давно не было. Наверное, ты размяк, типа того, да? Поделись-ка вначале вот с тем, что мы тебе предлагаем. А я, видишь, как назло, хочу все-таки выбить. И нифига у меня не получается. Как говорится, с ним бесполезно, ребята, спорить. Давайте тогда продолжим. Раз, два, три. Как ты понимаешь, мои персонажи здесь все равно будут слабее. 52 ранг против 57, 58. Поэтому я беру на подстраховку Леонардо. Очень крутой персонаж, естественно, со своей массовой круговой атакой. Он будет всех ложить. Причем не даст даже возможность никому здесь и пикнуть. Так что поехали. Вот, это, ребята, как и Армагон, и Супер Шреддер, они все вот такие вот топчики у нас. Ну-ка, куда мы с тобой переместимся? Кстати, сегодня у нас что, четверг, да? По-моему, или даже уже пятница. Что-то я потерялся, если честно, во времени. Два дня. Какой два дня, ребят? Почти все свои выходные я потратил, восстанавливая винду и устанавливая программу. А программа у меня здесь, поверь, было очень-очень много. Там и редакторы всевозможные, и все. Ой. Как вспомнишь, так вздрогнешь. Причем на два компьютера, ребят, пришлось устанавливать. На рабочий и, естественно, на игровой. Вот.
Так что вот такие вот проблемы. Можно было бы, конечно, играть с ноутбука, ребят, но я посчитал, если я там буду тратить еще время, то мы с вами 3 часа будем все это обратно восстанавливать. Поэтому я 2 выходных своих потратил, все восстановил, как полагается, да? Ну и теперь остается только лишь потихонечку возвращать нам наш прогресс, что, кстати, очень будет тяжело. Особенно игры со Стима и с Эпик Шторма. Я, конечно, никогда бы не подумал, что сейвы, особенно в Эпик Шторме, сейвы не сохраняются, ребят. А там у меня, не забывай, и была такая игра, как Армия Зомби, 4-я часть, да? Где мы очень далеко с тобой зашли, я ее поставил, загрузил, а мне говорят: балалайка тебе, парень, начинай все заново. Даже те самые дополнения, которые у меня были куплены, они не загрузились. Плюс не забывай, что Акула-людоед тоже. Сейчас вышло обновление, но я не могу в нее играть, потому что сейва нету. Да, все потерялось. Обидно, прям вот нет слов. Также не забывай, что мы играли с собой на 2-м канале стимовские игры Elementum, да? И про котиков, да? Про огород. Ну, слава богу, мы там с тобой хотя бы не так далеко ушли. Можно начать все заново, в принципе. Немного-то и потеряем, просто наоборот даже еще лучше будет, потому что там уже по натоптанной дорожке будем знать уже, что, куда и где применить. Но там очень было моих еще игр. Вдруг выйдет обновление игры. А хотя подожди, вот почему-то Гробовщик, помните, да, такую игру? Хранитель кладбища. Вот от нее почему-то сейвы сохранились. Видимо, они, я не знаю, где-то там в облаке, в офигенном, что они не исчезли никуда, поэтому мы в любой момент можем с тобой к этой игре вернуться. А вот все с остальным, например, все очень плохо. Ладно, не будем сейчас об этом, о всем говорить, потому что я уже начинаю повторяться. Давай играть и наслаждаться, да? Так, ну сейчас там мне дадут, может быть, все-таки 16:21. Вот. Вот о чем я тебе и говорю. Берем Супер Шреддера. Так, сегодня я хочу, наверное, дойти до Лиги Мастеров, попытаться. В принципе, все кузыри у меня на руках есть. Откатов у меня аж целых 44 штуки. Персонажей пока хватает в полном объеме, поэтому мы можем с тобой откатывать либо Супер Шреддера, либо Армагона. И тем самым буститься потихонечку, да? Потому что 2 дня все-таки было потеряно. Во всех играх, абсолютно во всех. Это и Драконы, Всадники, Олуха. Кстати, нужно будет зайти, там, по-моему, должно было быть у нас событие. И не знаю, успеем ли мы его пройти. Так, давай-ка мы сделаем откат. Но зайти туда нужно будет. Ну, а пока у меня все это дело восстанавливалось, как ты видишь, да, у меня 2 видосика вышло по игре Растения против зомби герои. Также хочу в ближайшее время выпустить Растения против зомби 2. Давно мы туда не заходили, тем более у нас новый месяц, и как бы хотелось приобрести нового персонажа. Так что будем потихоньку. А вот пробовал загрузить Морти, да, Рик и Морти. Ребята, сейв есть, но он почему-то не работает. Он не загружает мне саму игру. Он загружает самое начало и все. Хотя сейв есть. Не понимаю, в чем проблема там. Так, давай-ка попробуем обновить. Так, секунду, я только хуже сделал, да? По-моему, было 16:21, есть такое дело. Хапаем. И сразу же бежим. Бежим с тобой буститься. А потихоньку, как ты видишь, у меня персонажи заканчиваются, потому что уже пошли 54-е. После них уже начинаются 60-е, да, и там уже, в принципе, финалочка. А я хотел дойти до Лиги Мастеров 1 звезда. Сегодня еще после этого, после аренки, после Лиги мы с тобой пойдем на события. Событие у нас только одно. Хотя, если сегодня пятница, будет открыто 2. Кстати, вот так вот мы с тобой и определим, что сегодня, четверг или пятница. Так, ну-ка, магазин, подожди, какой магазин? Сегодня четверг, друзья мои, потому что в пятницу обычно открывается у нас. Хотя нет, пятница, ребят, сегодня, потому что осталось 49 минут, и оно откроется. Значит, все-таки пятница сегодня, да? Пятница-развратница. Ну что же, тогда, ну, пройдем сегодня с тобой 1 событие, да? А на следующий день уже 2. Правда, не знаю, как это будет выглядеть, потому что рабочие смены начинаются. Так, ладно, возьмем с собой Армагона.
И раз, два, три, четыре. Противник, пока мы видим, имеет 59-й. Даже 60-го уровня нету. Так что для Армагона здесь просто на один зубок. Поехали. Бросим валунчик. Бабах. Все, все, расклепали мы их. Ну и, соответственно, с тобой двигаемся дальше. Двигаемся дальше, и у нас с 97-й позиции перемещается на 84-ю. Слушай, хорошо, идем. Не такой, что прям аж супер-пупер буст, но до Лиги Мастеров, я думаю, сегодня доберемся. Хватит, как говорится, у нас с тобой запала. Ну а ты сам понимаешь, да, два пропущенных дня для таких игр, как Черепашка и Всадники Олуха, это очень много, потому что на Всадниках каждый день вообще для нас очень дорог, потому что мы хотим собрать 8000 листьев. И я думаю, не надо объяснять, для чего нам эти листья нужны, чтобы приобрести легендарного дракона. Но нам нужно было постараться, нам нужно было заходить чуть ли не каждый день в игру, а у меня уже два дня потеряно. Ладно, будем надеяться на какое-нибудь чудо, какой-нибудь буст супер-пупер. Может быть, на событиях где-то будут листочки и тому подобное. Плюс я восстановил сохранение от игры «Поймай курицу, если сможешь». Также, друзья мои, будем с вами начинать ряд новых игр, потому что старые, как я уже объясняю, не восстановить. Отлично. Так что у нас на канале будут, наверное, новинки. А, Юрский парк. Юрский парк, ребят, я тоже восстановил. Там все отлично в этом плане. Google Play, как говорится, рулит. Так, ну что у нас тут? 16-21. Давай, наверное, вот этого возьмем с тобой, Гаврюшу, да? Единственное, что вот меня напрягает, почему нету имен и фотографий, как раньше было. Это, знаешь, мне напоминает, что в свое время так начиналось с Angry Birds Epic. Там тоже потихоньку-потихоньку она начинала остывать, тоже пропадали потом никнеймы, потом начали пропадать награды, потом еще что-то, и в конце концов все-таки было официальное заявление о закрытии этой игры. Хотя кто-то мне писал в комментариях, что Рэй скоро ее типа возобновят, или он имел в виду, что может быть что-то новое, реанимация произойдет какой-то игры. Пока я никаких новинок от этой компании не слышу. Так, ну что, давай доигрывать. Блин, мы еще с тобой 55-ми до сих пор играем, а тут уже 63-й, 62-й уровень. То есть он приближается к 70-м, и там уже Супер Шреддер один уже справляться не будет, поэтому нам придется брать либо Армагона, либо Усаги, в общем, кого-то еще из топчиков. Кстати, вот здесь вот беда, ребята, потому что он не добил, ты видишь? 63 уровень, почему он не смог их добить? Обычно для него это не проблема. Для Супер Шреддера. А я, кажется, понял, почему. Потому что, ребята, он не повесил постепенный урон. Он как бы нанес урон, да? Обычный физический, но постепенку именно вот это вот отравление не было на них. Поэтому они и не упали. Поэтому давай возьмем с тобой Рафаэля, наверное, да? Плюс вот этих вот Гаврюш. 56 уровень, я понимаю, это рискованно их брать с собой, но лучше мы сделаем с тобой так. Морзина кошка, по идее, должна упасть. Угу. Плюс Леонардо. Так, если мы с тобой сделаем... Ага, лучше нам взять провокацию. Потому что здесь нету у них... Хотя холодильник есть массовая атака, а мы попробуем сделать на опережение. Так, делает у меня Лапекс свой суперудар, но он будет слабеньким. Вообще, вообще урона не нанесли. Давай так вот сделаем. Да, а, упал, упали, ребята, они все упали. И Крис Брэдфорд, и остальные. Ху, перекрестились, как говорится, пяткой, и двигаемся с тобой дальше. Позиция у нас 21-я. Ну, возьмем с тобой, грубо говоря, еще два поединка, да? Два поединочка. Так, Супер Шреддер возвращается. А я возьму, наверное, сюда еще Бакстера Стокмана. Ну так. О, а у нас все, ребята, бойцы-то заканчиваются. То есть, получается, ну еще, наверное, поединков 4 максимум, и все. Но этого должно хватить, чтобы попасть нам в Лигу Мастеров. Так, поехали. Начинает, естественно, Супер Шреддер косить. Ну, неплохо, постепенно урон висит на двоих. Значит, а, тут волна. Я уже думал, кого будем в первую очередь бомбить.
Тут уже без разницы. Так, и мы с тобой шуршим дальше. Так, давай десятую. Десятую позицию. Девятую, отлично. Ну что, последний бой и, наверное, в Лиге Мастеров. Так, обновим. Смотри, не хотят давать мне 16-22. Ага, все-таки дали. Все-таки я выпросил у них. Ну что же, ребята, это хорошо. Но 68 уровень, это уже на самом деле опасно. Тем более, если мы с тобой только-только добрались до 60-х. Ну что же, тут у нас два Донателло, которые слабые. Естественно, делаем с тобой уклонение, чтобы никто у нас не упал, не погиб. Дальше массовая атака от Супер Шреддера. Так, замечательно. И, слушай, наверное, будет добивка. Да, Донателло посрался, красавчик. Ну что, мы с тобой продвигаемся. И, судя по всему, должны с тобой взять уже Лигу Мастеров. Ну-ка. Да? Местечко у нас 95-е. Слушай, ну можно попробовать до полтинничка добежать, да? Я думаю. 16-22. Армагон, Зек, Рахзар. И вот так. В принципе, 60-е должны выдержать, да? У нас вот этот вот натиск. Плюс не забывай, что у нас с тобой массовые атаки есть. Зек. Ну, он слабо, понятное дело. Но сейчас должен сходить Супер Шреддер и, в принципе, добить всех. Упс, не добил. Ваня, тихо-тихо-тихо, Ванюшенька, не надо буянить. Вот. А, в принципе, дальше уже ничего не страшно, потому что, ребят, постепенно урон висит. И он его, в принципе, и убивает. Так что Сплинтер ничегошеньки нам не сделал. Ну что, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И какое место мы занимаем с тобой? 84-е. Шикарно. Так. Давай-ка определимся. Наверное, я возьму вот эту вот команду. Возьмем опять же Супер Шреддера. Здесь у нас Крис Брэдфорд. Плюс Джастин. Не Тимберлейк, не подумай. А обычный Джастин, который любит повонять изо рта. Ну и здесь мы с тобой сделаем, давай, наверное, как обычно, Супер Шреддер. Они не упадут. По крайней мере, все не упали. Выносим с тобой кабана именно проникающим ударом. Все, здесь постепенно, и можно просто паутинкой их добить. Вот так вот. Ну и, судя по всему, у нас с тобой остается последний поединок на арене. Местечко у нас будет 70 какое-то. 72-е. Так, 17-23, шикарно. Шикарно нам подкинули. Здесь интересно, своими силами мы справимся. Если я возьму их двоих, в принципе, ребята, да, справимся. И еще будет у нас последний поединок после этого. Так что рулим. Ну что, поехали, начинаем с шипов. Постепенно урон висит только на двоих. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, парень, успокойся. Майки, блин, завязывай давай так шутить. Карайка, кричи. Крик души. Так, минус-минус. И этого, я надеюсь, мы все-таки сможем пробить. Упс. А так, все. Ну что, друзья мои, идеальная победа. И остается у нас с тобой последний поединочек. Я надеюсь, мы с тобой все-таки до полтинничка где-то доберемся, да? Должны. 50-е место у нас будет в кармане. Так, ну что. Давай 17-23. Не надо жмотничать, пожалуйста. Вот. Слушай, ну тут Карайка. У Карайки инициатива очень обалденная. Так, раз, два, три, четыре. Как раз все тютелька в тютельку у нас здесь получилось. То есть боец к бойцу. Поехали. Карайка, в принципе, должна упасть. Хм. Она и упала. Так, здесь везде постепенно урон. Так что, ребят, можно расслабиться. То есть они уже не жильцы. Все, с ареной на сегодня мы с тобой закончили. И мы переходим с тобой. Давай 50-е место, пожалуйста. Все, 49-е. Это круто. Я думаю, за 3 оставшихся дня. Так, пятница, суббота, воскресенье, да. Мы с тобой все-таки выбьемся в топчик. Если что, придется тратить откаты. Так, кстати, у нас с тобой монет дофигища. Давай-ка мы их потратим. Предметы, монеты. Так, и
покупаем 3D-НК на нашего шреддера классического, да? Так, а по жетонам что у нас? 365, маловато будет. А нам нужно 530. 530, причем два раза, да? И то не хватит, там нужно будет еще одного голубя где-то добивать. Потому что будет всего лишь, сколько там, 79. Так, ну что, идем в испытание. Здесь, как мы знаем, нам нужна кунаичи. И здесь нам нужна шинигами. Так, смотрим, кого нам тут выдадут. О-ля-ля, слушай-ка. А как ты думаешь, мы с тобой сможем здесь пройти это событие полностью? Хотя, зачем нам полностью проходить? Нам нужно дойти, уничтожить шинигами, да? И кунаичи. В конце, по-моему, там у нас находится сплинтер, нам его даже можно и не трогать. Так что, ребята, здесь разносим всех. Ну, естественно, я поставил все на автобой, потому что, ну, первые, вторые, третьи раунды проходятся на изи. Окей, добили, все. Первый раунд довольно легкий, и мы переходим с тобой на второй. Так, карайка. Так, у нас раз, два, три. Так, еще три боя, и мы с тобой уже дойдем до кунаичи. Мы с тобой дойдем до кунаичи. Потом, я вот не знаю, ребята, либо нам начать фармить, либо же подождать. Слушай, у меня, кстати, еще есть одна идея. А что если мы с тобой сегодня вечерком? Да, вечерком. Ну, естественно, ты представляешь, сейчас в данный момент 3 часа дня. Я сниму этот видосик, поставлю его рендериться, залью его в интернет. Это будет где-то уже часов 6. Но если я, например, к тому времени сяду и попробую пройти событие, да, именно на Усаги, то оно уже появится завтра утром. Что ты думаешь? Пиши об этом в комментарии. Хочешь ты увидеть с утречка серию или же нет? Я почему-то думаю, что ты захочешь. Так, ну что, поехали. Минус. Ну, сам понимаешь, крысы — это крысы, они очень легкие. Тем более 30 уровня, никаких проблем от них вообще не будет. Так же, как от этих бронированных тараканов. На самом деле, я бы просто здесь бы запустил массовую атаку. Любую. Хоть бомбочку от Зека, хоть волну от Бакстера Стокмана, хоть тот же самый гранатомет от Ваньки. И все было бы быстро и легко. Так мы делаем каждый ход, да, смотри. А так всего лишь надо было бы по одной суператаке сделать, и все. И мы бы с тобой здесь намного быстрее продвигались бы. Ну что, двигаемся дальше. И вот сейчас у нас, по-моему, уже... А, нет, еще майки. ДНК на майке будет разыгрываться, а уже после него вроде бы как кунаичи. Потом будет проходящий бой, и там уже будет шинигами. Так, ну, слава богу, здесь пока три волны. Довольно быстро мы их пройдем. Так, минус, минус. Вырубили. И здесь-то уже загасили. Так, переходим сюда и смотрим. 45 уровень. Ну, в принципе, ребят, 45 уровень для нас, для 80-ников, это ни о чем. Это просто, знаешь, так, размяться. Ну, вот, как-то так. Переходим на следующий раунд. И вот здесь у нас как раз-то будет кунаичи. Аллапекс нам тоже не нужна. Как бы она у нас прокачанная, но все равно нам придется с ней драться. Потому что до шинигами по-другому никак не добраться. Так, а мы с тобой все ежедневки сделали, да? Персонажа подняли по уровню. Там колода... Да, все у нас там сделано. То есть получается, что мы сейчас проходим с тобой вот здесь, и все. Можно будет закругляться. Можно будет закругляться. Я что-то соскучился по... этим, по Юрскому парку. Так что, наверное, после этой игры я сразу пойду поиграю в Юрский парк. Там уже, наверное, награды какие-нибудь есть, можно забрать все это дело. Подраться, естественно, на аренушке. Так, ага. Два раза пришлось нашим бойцам бить. Смотри, по два раза бьют.
Это 50 и 55 уровни. А что они такие крепкие? Не... Воу. И промахнулся. Слушай, это хорошо, что он промахнулся. Так бы он мог, в принципе, много нанести ущерба нашему зэку. Но он промазал. Вот зачем ты это делаешь, Баксер? Зачем? Ты бы мог просто его бомбануть своей клешней и все. Нет, он потратил призыв маузеров. Ну что же, друзья мои, давай посмотрим, что мы здесь с тобой можем пофармить. Две ДНК. Слушай, две ДНК на Кунаичи, я думаю, что это шикарно на самом деле. Но пока мы, естественно, с тобой воздержимся. Давай начнем, наверное, с массовых атак. Я хочу просто все это быстрее здесь проходить. Ага, вырубили. Минусанули. Гасанули. Идем дальше с тобой, это вторая волна. Так, тут у нас дроны. Тыч, вырубили. Да ладно. По красоте. Да чтоб тебе, ну-ка. Нормуль. Замечательно. Ну что, третья волна. Это предпоследняя. Шипы. Есть. И последняя, четвертая волна у нас тут. Массовых атак, к сожалению, пока нету. Но я, наверное, вот так сделаю. Хобана. Так, волна пошла. Волна пошла. И гранатомет. Базука. Все. Ну что, ребята, у нас, по-моему, там последний, по-моему, поединок, да, будет сейчас. Ага, нет, не последний. Кстати, вот здесь вот выгодно, да, фармить. Потому что здесь две ДНК можно получить на Шинигами. И также две ДНК можно получить на Кунаичи. А ну-ка. Но если мы с тобой победим Шреддера Сплинтера, по-моему, там еще будет круче награда. Так, можно, в принципе, попробовать посмотреть. Так, что он там делает? Ага. Контратаку врубил, да? Контратака — это плохо. Ну-ка, вырубишь ты его. Красавчик, Зак. Здесь у нас вторая волна. Ну, давай, наверное, клинки бросим для начала. Хотел массовую врубить, а потом подумал, зачем я буду на этих хлыщах тратить свою массовую атаку, да? На этих никчемников. Вот так вот мы сделаем, и все. Так, переходим на третью волну. Здесь их тоже очень много. И давай, наверное, вот так вот. Прекрасно, один все-таки выжил, а? Партизан. Ну и четвертая волна. Здесь не жалко потратить, как говорится, из шипов. Потому что здесь майки. О, все, нет, не все. Лео выжил. Ну и пятая, заключительная волна. Кто у нас есть? Есть. Опа. И пулеметная дробь. В принципе, им крышка. Все, ребят. Как ты понимаешь, мы с тобой прошли. Ну вот теперь я думаю, стоит ли нам идти на последнюю волну, где у нас будет... Кстати, смотри, чем отличается это от этой? Да ничем. Здесь тоже этот у нас персонаж есть, этот у нас есть. То есть шанс 50 на 50. И здесь то же самое. Поэтому, ребят, я не вижу смысла идти гасить Сплинтера. Давай здесь попробуем пофармить. Камень Талик. Вот, Шинигами, отлично. Так, золотые осколки. И радарные маяки. Все, друзья мои, сыр закончился, как ты видишь. И больше я здесь делать ничего не смогу. Но, тем не менее, две карточки на Шинигами мы с тобой заслужили и получили. Все, теперь, наверное, можно закругляться со спокойной душой, да, и идти, как говорится, отдыхать. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.